Всем привет! Подавляющее число людей, отвечая на вопрос о самой большой в мире пустыне, называют Сахару и оказывается неправы. Правильный ответ — Антарктида, пятый по величине континент нашей планеты, площадью более 14 миллионов квадратных километров и в то же время наименее изученный и загадочный из всех семи континентов. На протяжении многих лет ученые гадают, что же скрывается под льдами Антарктиды, исследуют флору и фауну континента. В нашем обзоре 20 малоизвестных фактов о самой южной и самой холодной пустыне на Земле. В Антарктиду не пускают тех, у кого не удалены зубы мудрости и аппендикс. Связано это с тем, что на станциях в Антарктиде не проводятся хирургические операции, поэтому перед поездкой на ледяной материк нужно удалить зуб мудрости и аппендикс, даже если они абсолютно здоровы. Антарктида – самое сухое место в мире. Если быть точнее, то здесь находится самое сухое место на планете – сухие долины Макмердо. Собственно, домен верхнего уровня. Как и многие страны, такие как Австралия – это AA, Германия – это .DI. Антарктида имеет собственный домен верхнего уровня – AQ. Пальмы в Антарктиде. 53 миллиона лет назад Антарктида была настолько теплой, что вдоль ее берегов росли пальмы. Температура на континенте поднималась выше 20 градусов Цельсия. Металлика в Антарктиде. Металлика отыграл в 2013 году концерт в Антарктиде под названием Freeze 'Em All, таким образом став первой группой, которая выступала на всех континентах. Что также примечательно, группа посетила все 7 континентов в течение одного года. Собственная атомная электростанция. В Антарктиде была собственная атомная электростанция. Она работала на американской станции Макмердо, крупнейшей на материке, с 1960 по 1972 год. В Антарктиде есть собственная пожарная часть. Она расположена на станции Макмердо, и на ней работают профессиональные пожарные. Несмотря на экстремально низкие температуры, в Антарктиде есть 1150 различных видов грибов. Они отлично адаптировались к низким температурам, а также непрерывным циклам замерзания и оттаивания. Часовые пояса планеты. В Антарктиде фактически есть все часовые пояса на планете. Это связано с тем, что границы всех часовых поясов сходятся в одну точку на обоих полюсах. В Антарктиде нет полярных медведей, их можно увидеть в Арктике или Канаде, зато в Антарктиде есть огромное количество видов пингвинов. Наверняка вы все слышали о такой загадке, почему белые медведи не питаются пингвинами. Так вот, это и есть ответ. В Антарктиде есть даже бар, самый южный бар в мире. Находится он на научно-исследовательской станции «Академик Вернадский», принадлежащей Украине. Минус 89 градусов по Цельсию. Самая низкая температура за всю историю на Земле составила минус 128,56 градусов по Фаренгейту, то есть это минус 89,2 градуса по Цельсию. Она была зарегистрирована 21 июля 1983 года на российской станции «Восток» в Антарктиде. Антарктида является пятым по величине континентом. Ее площадь составляет 14 миллионов квадратных километров, хотя для многих это уже более известный факт. 99% всей Антарктиды покрыта льдом. Ледник, покрывающий континент, часто называют ледяным щитом. Средняя толщина антарктического льда составляет около 1,6 километра, поэтому в Антарктиде находится примерно 70% всей пресной воды на Земле. Поэтому для развитых стран выгодно было бы заниматься транспортировкой айсбергов. Трансантарктические горы разделяют весь континент на восточную и западную части. Это один из самых длинных горных хребтов в мире – 3500 километров. О существовании Антарктиды было совершенно неизвестно до тех пор, пока континент впервые не был замечен в 1820 году. Раньше люди думали, что это всего лишь группа островов.
Норвежский исследователь Руаль Амундсен 14 декабря 1911 года стал первым человеком, который достиг Южного полюса и установил на нем флаг своей страны. После секретных переговоров 12 стран подписали договор об Антарктиде в 1959 году, чтобы посвятить континент исключительно мирной научно-исследовательской деятельности. Сегодня договор подписали уже 48 стран. Ну и последний на сегодня. В январе 1979 года Эмилио Марко Пальма стал первым ребенком, родившимся на Южном континенте. Это было спланировано акцией Аргентины, которая претендовала на часть Антарктиды и специально отправила туда беременную женщину. Ставь лайк и подписывайся на канал. Я надеюсь, видео вам понравилось. Увидимся в следующем видео.